Университет Калифорнии в Беркли и Bitmark проведут совместные исследования обмена защищенными данными. По данным CoinDesk, оба исследования будут профинансированы блокчейн-стартапом Bitmark. Участники исследования предоставят данные о своем здоровье в ремиссии сахарного диабета, используя технологии Bitmark. Второе исследование будет направлено на то, насколько доступность технологических решений повлияет на вовлеченность объектов исследования, которые предоставляют данные о состоянии своего здоровья.